Привет. Продолжаю тестировать одежду. Сегодня я в такой маске зимней катаюсь. Маска прикольная, потому что сейчас я ее попробую. Не очень прочно держится. Эх, как же ее отстегнуть? Короче, тут стекло на магнитах. У меня одной рукой не хватает даже сил ее отстегнуть полностью. Поверьте на слово. Велик стоит. Проехал я опять 7 километров до первой остановки, уже руки устали. Сегодня потеплее оделся. Сегодня у меня такие модные перчатки, сейчас покажу. То есть они двухпалечные. У них, в принципе, очень тепло. Проехал 7 километров, средняя скорость опять там под 30-ку, но по факту 25 получается по асфальту, по грунту, где-то 10-15. Потому что здесь очень плохая дорога, здесь ее фактически вообще нету. Еду просто по лесу, по тропинке. Смысл был найти вот такой вот прикольный канал. Толщина льда здесь сейчас, ну, больше 10 сантиметров однозначно. Смысл был в чем? Вот найти такой длинный узкий канал и покататься по нему на коньках. Но вот, к сожалению, он весь завален деревьями. То есть далеко здесь особо не уедешь никуда. Везде завалы. Буду дальше искать, может, что-нибудь найду прикольное. Именно типа прудика. У нас мороз стоит где-то минус 10, минус 8. Все замерзает. Очень прикольно, можно вот покататься в такую погоду по прозрачному льду, потому что лед вообще, посмотрите, какой интересный. Какие там пузырьки, вообще красота. Вот тут прикольная плотина бобровая, совсем свежая, то есть видно, что бобр лед ломал, грыз все это, туда заползал. Не буду я его беспокоить, пусть он может какой-нибудь бешеный. Пойду дальше, попробую по этой тропинке дальше по каналу проехать. И там, может быть, лес закончится, вылезу на другую дорогу. Частично по ручью, частично по лесу вылез такую большую поляну. Сюда вот эти два канала сходятся. И, кстати, в лесу тоже много каналов, которые впадают в эти ручьи. Есть вот такой большой запрудик. Тропинка, место здесь рыбу, что ли, ловит. Потому что здесь много следов. И вот сейчас вот туда вот по воде, наверное, вылезу дальше на дорогу. Много чего интересного можно увидеть, когда лед есть, а листьев уже нет. И можно перемещаться по любой плоскости, по любой поверхности. Самое удивительное время года для путешествий таких небольших. Вылез я из леса, опять частично по льду, частично по полю, по тропинке. И вот один еще бобровый лаз, совсем свежий. Настоящая бобровая плотина. Это всего 1 километр от Твери. Вон там видно деревню. На обычном канале посреди поля живут бобры. Движок тянет. Видно, да? По какой дороге я приехал, по какому полю. И сколько мне еще впереди. Вот по таким кочкам, колдобинам, здесь еще более-менее ровно я остановился. А вот там он дальше еще жесть. Едет нормально, тянет. Можно педальками помогать. Посмотрим. Вроде мотор достаточно тяговитый. Вот примерно такой водоем я искал. Длинная канава, чтобы были деревья. Было интересно. И длина по карте, по-моему, 500 метров. Но мусора. То есть вон деревня, поле. И весь мусор, всю помойку сюда притащили. Вот, на данный момент 15 километров я проехал, из них километра 3-4 просто по полю, по кочкам, по колдобинам, и акум, конечно, уже немножечко подздыхает. И такие Тверской Чернобыль, посреди поля площадка, заросшая рыжим радиоактивным мхом. А там рядом деревня, и вокруг поля, я вот из травы вылез сейчас пешком. Так вот это выглядит странно. Просто асфальтированная площадка с какими-то кучами мусора.